Я только два. Срубил флажок, да. Так, играем французскую защиту. Наш любимый вариант Виннавера. Разменялись, вывели коня. Давай ферзян c7. И просто c4 задвигаю, закрываю позицию. Ставлю коня на f5, пешку под защиту. И пока не буду обращать внимания на все эти движения. Ну ладно, поставлю здесь пешечку, пока поторможу. Готовлю развитие. Наверное, есть смысл сделать рокировку. И, допустим, ладья g8 поставлю. Вторую ладью попробую сюда. А, он готовит g4. Это я не знаю, могу ли я сейчас g5. Взял. g4, да? Угу. Ладно, давай ферзя пока выйду. Может быть, удастся сюда поставить. Не дает. Так, а если я буду его стараться атаковать как-то? Как атаковать? Допустим, сюда, и хочу забрать эту пешку. Это совсем плохо? Ну-ка, давайте. Наглую сыграем. Так, теперь пешку на b5 поставили, защитили. Отошли. И, конечно, слон там немножко подвисает. Но он тоже все-таки пешку забрали и сковывает. У него проблема, что он сейчас сюда переведет слона. Вот это будет неприятно для меня. Мне надо срочно, пока он не начал, как-то вот так пытаться. Так, и, наверное, вот... Может, и f5? Давай f5 попробую притормозить. Так, вот, и давай еще g6 добавим. Угу. Интересный переводик. Так, мне надо куда-то коня вывести. Ладно, давай пока сюда конь выйдет. Отступил. Так, надо подкрепить пешку, наверное. Взяли. Взяли. Может, ладьей побить? Нет, ладьей нам перебор. Взяли. Тоже ладьей. Вот здесь, я думаю, может, такой ход есть. Раз пешку тут подкрепили слона к защите. Правда, пешку b5 я отдаю. Но там какие-то шахи на поле e4. Это может быть... Очень неприятно смотреться. Очень неприятно. Так, здесь пока ничего не грозит. Ну давай, ладно, сюда пока напали на слона. Хочу какую-то активную игру по линии G изобразить, но он может ладья g1 подкрепить, в принципе. Взятие ладьи, мне кажется, опасно. Там все-таки очень слаб король у белых. Ух ты. Ух ты. Так, шах. А если сюда? Так, он готовит взять, это понятно. А если конь b8? Давай конь b8 попробую, напали сюда. Здесь пока под защитой у меня пешка. Хотя он может, в принципе, и побить, наверное. Не уверен я в этом. Ну там ладью, потом он сюда побьет. Да, вот он в этот вариант идет. Так, ну я могу не бить ладью, я могу побить сюда. Шах. Я отойду. Мне кажется, сюда надо бить. Очень острая позиция. Тут я надеюсь на то, что шах с поля e4 сыграет. Давай пока сюда отошел. Конь будет как-то защищать короля.
Он может и сюда отдать. Я типа взял, он побьет сюда. Такая вот у него есть идея. Так, 20 секунд. У меня чуть побольше. Я думаю, ладья Е7 обязательно, да. Угадал. Ага, здесь что делаем? Давай шахты объявим ему. Теперь, может быть, все-таки коня выведу. Готовит куда-то переход. Давай аккуратненько так. Пешку подвинули. Так, конь под боем? Вроде нет. Сюда, если побил. Шах на d6, да? А если сюда побил? Взял здесь. Так, время, время надо держать. Держим время. Напал на мат. Только не зимний ферзя. Так, я близко. Шажочек. Мат! Сила КМС, друзья! Но это была очень острая партия.